Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре силиконовые приманки от производителя Eco Gear, называются они Ика Яка, если я правильно прочитал. Ну, вроде бы у японцев буквы Ж не читается, но могу быть неправ, название довольно необычное, и что оно означает, я тоже, к сожалению, не знаю. Вставляется в желтой красочной упаковке, большое смотровое окошко. Видим, что раки лежат на пластиковой подложке от данной силиконовой приманки. Именно имитирует раков, каждое в своем индивидуальном пространстве, друг от друга отделены, для того, чтобы не заминались ни их ребрышки, ни клешни, лапки. То есть упаковка сверх такая надежная и отлично сохранит форму данных силиконовых приманок. Также сказано, что имеют они вкусовые качества и отлично подойдет как для соленой, так и для пресной воды. В упаковку кладут 7 силиконовых приманок. Сказано, что сделаны из натурального тонущего материала, ну то есть приманки идут тонущие. В данном случае расцветка 217 на сайте. Довольно неплохой выбор по цветам. Я думаю, что каждый найдет себе расцветку по вкусу. На обратной стороне есть вариации по монтажу данных раков. Это джиг-головка со впаянным офсетным крючком, джиг-рик, джиг-головка и каролинская оснастка разнесенная. Ну, также, я думаю, на отводном поводке эти раки себя отлично покажут. Да и на монтаже с простым офсетным крючком и разборной чебурашки тоже будет неплохо работать. Минус – это запаянная упаковка. Конечно же, это поможет не выходить аттрактанту из пачки силиконовой смазки, но при этом сейчас, благодаря этим ножницам, я убью половину внешнего вида данной упаковки, и что мне не совсем нравится. Но вскрывать так и так придется. Если, например, вы купили данную упаковку перед поездом на рыбалку, сделать это у вас аккуратно не получится. Срезали верхнюю часть и, как обычно, не достали до того момента, где можно вскрыть упаковку. Никогда еще правильно риска не ставилось. Сколько не срезаю там, где сказано срезать, никогда не сделал это как нужно. Зачем это сделано? Ни вообще, ни просто не понимаю. И, как обычно, затянулось вскрытие упаковки. Теперь и вскрывать неудобно. Маленький поддев. Внутри мы видим данную пластиковую подложку, все в силиконовой смазке, приманки довольно обильно ей обработаны. Запах присутствует, как и сильнейший запах резины, также и какие-то отдаленные, как будто бы съедобные аттрактанты. Рачки плоские, и поэтому как раз таки на офсетном крючке будет шикарно сидеть, при этом жало можно спрятать в данное ребристое тело, и у вас получится такая не зацепляйка, которой можно работать в различных условиях. Итак, ребристое тело, две пары небольших лапок и длинные клешни. Силикон по ощущениям не такой, не супер мягкий, чувствуется в нем упругость, вязкость, и поэтому думаю, что как раз таки и для морских рыбалок он тоже сойдет, где обычно простые силиконовые приманки улетают на ура благодаря острейшим зубам хищников, которые обитают на морском дне. Но этот рак, думаю, будет немного дольше жить. Вы видите, что все мои руки покрылись силиконовой смазкой. Очень много ее здесь использовано. Классная имитация рака. Цена, конечно, не совсем доступна у данного производителя, но делают они качественные, интересные приманки. И данная модель от производителя Eco Gear не исключение. Давайте посмотрим, как она ведет себя в воде. Ну, нам обещают, что силикон тонущий. Наверное, обманывать нас в этом случае не будут. Да, довольно быстро пошел ко дну. В ребрышках образовались пузырьки воздуха, и во время проводки они постепенно будут из него выходить. Интересные рачки Eco Gear и Каяка. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!